План мероприятий на 12 июня обсудили сегодня на оргкомитете в администрации Ангарска. День России в нашем городе отметят на 5 площадках. Начнется праздник с акции «Живой флаг». Первое мероприятие – это всероссийская акция «Живой флаг». Напоминаю, что стартовать эта акция у нас будет от площади Дворца ветеранов «Победа». А далее у нас будет шествие участников акции по улице Карла Маркса от Дворца ветеранов Победы до площади Ленина. И заканчивается всероссийская акция «Живой флаг» будет у нас на площади Ленина. Возле Музея Победы выступят творческие коллективы города. В Саватеевке состоится велопробег, товарищеский матч по футболу и состязания «Мама-папа-я» – спортивная семья. В селе Одинск и Мегети также пройдут веселые старты.